Всем привет! Сейчас я буду записывать, вернее, проверять, как работает SystemBug на русском языке. Заведем пароль. Зайдем. И вот здесь вот создадим, скажем так, один секунд. Я еще раз перепроверюсь. Язык русский. Так, все нормально. Да, создадим изообраз. Итак, создание образа завершилось. Давайте посмотрим. Размер 2,26. Давайте проверим на виртуальной коробочке. Итак, запустим образ. Менюшка на английском языке, без кракозябров. Но, тем не менее, как говорится, посмотрим, как грузится. Насколько я понимаю, загрузка пошла. Это вот типичная... характер загрузки. Посмотрим, что у нас тут имеется. Ну, образ эластичный, все необходимые программы вот здесь вот они встали, вот иконочки встали. Ну, в принципе, для меня это уже достаточно. Все остальное, пожалуйста, пишите на флешку, с флешки ставьте на жесткий диск или просто с флешки работайте. Значит, все авторские сборки мои ставятся через SystemBug. Вот я набираю парольчик user. Значит, если вы хотите поставить сборку, чтобы было, значит, имя пользователя user и пароль user, вы нажимаете просто на копирование системы и там выбираете какой-нибудь раздел, куда ставить. Если хотите поставить, допустим, чтобы у вас было новое имя пользователя, там, например, там, ну, я не знаю, там, Саша, Маша, там, пароль делайте короткий и так далее, заполняете, нажимаете на кнопочку «Далее» и попадете опять-таки вот в такую менюшку, куда укажете скопировать эту систему. Только она уже скопируется с вашим, значит, именем пользователя. И папочка корневая, так будет называться ваша. И с паролем. Вот таким вот образом. Значит, то есть программа SystemBug работает нормально. Вот еще, как говорится, программка, которая, как говорится, все, что движется и шевелится, шурует на полную катушку. И Linux, и Windows берет, сжимает, архивирует в своем формате и переносит на любой раздел жесткого диска или на внешний жесткий диск или на облако. Причем берет только занятые сектора. На диске может быть и 500 гигабайт, а занято только там 20 или 30. Вот она возьмет эти 20 или 30 гигабайт, сожмет их в своем формате и перенесет на другой раздел. Соответствующие уроки по работе с этой программой у меня, значит, имеются на сайте. Всегда можно зайти в раздел программы и посмотреть, как работать с программами SystemBug и FS Архиватор. Значит, виртуальная коробочка работает, только что убедились. Ubuntu Twig нормально. Здесь, значит, мы с Тамарой ходим парой. Значит, поисковик это операционных систем и настройщик, в каком порядке, чтобы они выглядели в меню загрузки. Менеджер программ, еще один менеджер программ с хорошей поддержкой русского языка. Менеджер пакета Synaptic. Ну, программа для записи экран, вот я сейчас ей пишу, программа для редактирования видеороликов.
Причем программа для записи с экрана настроена уже, только нажимаете на кнопочку и начинаете запись, и все у вас, кажется, получится. Единственное, там можете только немножечко громкость у себя поднастроить, зависит от чувствительности вашего микрофона уже. У всех она своя, как говорится. Хорошая программка имеется, значит, телевизионный плеер. Довольно-таки много каналов самых разных. Вот, посмотрите. И русские есть, и украинские есть. Пожалуйста, на любой, как говорится, вкус и цвет. Хорошая есть полезняшка, приставочка, дополнение к программке Variety, называется Variety Slideshow. Кто-нибудь там решил посмотреть, что вы делаете, а вы взяли и включили показ слайдов. И никто не сможет без вашего, как говорится, соизволения увидеть, что делается на экране вашего компьютера. Очень красивая программа. Делает такие вот эффекты удаления, приближения. Образы хорошие, тут масса всего чего. Симпатяжечка. Нажали левой кнопкой мышки, кликнули, она тут же исчезает. Хорошая программка, также, значит, очень напоминает гномовскую для запуска приложения. Вот посмотрите, называется Slinx Code. Ну, гном, как говорится, один в один, вот, посмотрите. Пожалуйста, выбирайте там любое приложение, я не знаю, там чего-то, ну вон. Выбрали, оно начинает грузиться, вот практически и все. То есть сборку в эту 64-битную сборку вошли все наиболее часто, значит, используемые программы, которые, значит, были выявлены, был выявлен на них спрос пользовательский, которые пользуются у пользователей популярностью. Причем некоторые очень непросто было установить, настроить, но вам гораздо проще. Сборку скачали, поставили, а у вас на ней уже все работает. Берите эту сборку, в хвост и в гриву ее гоняете, удаляете программы ненужные, добавляете нужные. Что случилось? Опять он у вас изообраз остался. На флешке записанные, опять с флешки взяли, переставили и, как говорится, начинаете сначала. Сборка проверена, надежная, хорошая. Так что долго у меня руки до кет не доходили. КДЕ, значит, называют на русском языке славным словом кеды. Переводится как КДЕ Cool Desktop Environment, крутое окружение рабочего стола. Ну а по-русски, значит, типа крутой рабочий стол, по типу этого. Дословно трудно перевести. Ну, так, в принципе, удобная штучка. Значит, есть, к ней можно там приделать эффекты, там самые разные, дрожащие окна сделать вязкие. Можно куб рабочего стола. Ну, это кто такие графические излишества любит. Ну, ради бога, как говорится, нет проблем. Есть такая вот настройка системы. Идете в эффекты. Вот эти эффекты, эффекты. И здесь, значит, вот смотрите. Вот. А вот, видите, работает. Вязкие окна, значит, скорее всего, сейчас будет работать и эффект волшебной лампы, потому что я забыл применить. Так, ну давайте посмотрим. Так, теперь, значит, мы еще сделаем. Ну вот, чтобы смешнее было, смотрите, называется распад, да? Так, ну что-нибудь такое. Ну тот же телек, допустим. Так. А, я ж не применил. Вот.
Вот, видите, как получается распад. То есть вот можете тут поупражняться, как говорится, тут эффектов много. Есть куб рабочего стола там, ну, много чего там есть. Вот тут даже есть куб с рабочими столами. Я уже говорил, что у них тут показывать. Ctrl F11. Ну, я не знаю, там будет что-нибудь показывать, но, ну, разберетесь сами. Я вам самое главное, значит, вот даю. Вот Ctrl F11, пожалуйста, вам куб рабочего стола, значит, это самое, можно тут крутить. Все это дело. Два раза кликнули, снова нажали Ctrl F11, и все на месте, на место встало. Вот таким вот образом. То есть графических эффектов, кто охоч до этого, тут масса. Там даже, по-моему, огненной краской, по-моему, там можно было писать. Плюс сюда компис подключается. Компис, там вообще масса всяких там эффектов тоже. Поэтому, кто любит все эти штучки, можете поупражняться, побаловаться в свое удовольствие. Ну, значит, у меня, собственно говоря, нету к этого особого пристрастия, но, значит, я с пониманием отношусь к тем, кому это дело нравится. Ну ладно, значит, практически все необходимое, значит, у вас есть, так что давайте осваивайте эту сборочку, смотрите, пишите там комменты свои, что у вас там пошло, что не пошло. Вот. Но большинство программ здесь уже предустановлено, поэтому с настройками вам будет уже гораздо проще и легче. Меньше нужно будет настраивать, то есть волокиты будет меньше. Ну ладно, всего доброго вам, удачи и до новых встреч.